Учеба для спортсменов – дело второстепенное, тем более, когда до чемпионата Европы каких-нибудь 20 дней. В школе Дерюгиных время тренировок на площадке расписано по часам. Бессонова и Ерофеева работают вместе, хотя на Европе выступит только одна из них. На данном этапе нужно определить, кто сделает это лучше. Одних наблюдений мало, важна статистика. У Альбины Николаевны специальная тетрадь, где фиксируется каждая ошибка. Мы теперь должны бороться между собой, чтобы кто-то один выступал. Не знаю, может, кто-то и подстегивает, но очень тяжело. В семье Бессоновых все знают, что такое конкуренция. Владимир Бессонов – легенда советского футбола, многократный чемпион страны. Мама Виктория Серых – чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Старший брат Саша – второй теннисист Украины. Удивительно, но детям в этой семье спорт никоим образом не навязывали.